Приветствую моих зрителей. После моего предыдущего видео о разметке окружностей и самодельном разметочном циркуле осталось еще пару моментов, о которых я не сказал. Поэтому я решил снять продолжение видео. Если приходится размещать не очень точные окружности, то есть совсем простой способ. Это воспользоваться рулеткой. В центре будущего круга закрутить шуруп, забить гвоздь, зацепиться за него рулеткой, зафиксировать и при помощи маркера провести окружность. Но у такого способа есть недостаток. Рулетка слетает, если ею зацепиться просто боком. Вот тут-то и есть тот момент, о котором я хотел рассказать. Многие производители делают на рулетках вот такое вот отверстие. Но не все знают, для чего оно предназначено. Оно предназначено вот для чего. Отверстие позволяет зацепиться за шляпку гвоздя, либо шурупа. И в таком виде рулетка держится очень стабильно. То есть достаточно зацепиться за это отверстие. Потом просто повернуть рулетку под углом, взять карандаш, маркер и провести окружность. Все очень просто, даже элементарно. И еще вот такую вот возможность фиксации отверстия можно использовать в том случае, когда приходится делать большие измерения, ну, например, настройки. Потому что часто бывает, зацепился, пока размотал рулетку на необходимую длину, то зацеп уже соскочил. Такая фиксация в разы надежнее. Конечно, можно дополнительно зафиксировать прищепкой, но не всегда есть возможность, скажем, охватить деталь нельзя, потому что она большого размера. Вот такая вот небольшая хитрость. Ну и на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте, пишите комментарии. Ну и встретимся в следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание.